Доброго времени суток, уважаемые подписчики! Сегодня я хочу вам рассказать о проекте под названием EdenChain. Если в двух словах, то EdenChain представляет собой платформу, основанную на блокчейн-цепочке, которая позволяет капитализировать и продавать все значения. Платформа работает над так называемой технологией Programmable Economy Platform и может капитализировать и торговать всеми видами активов. Они представляют себе мир, в котором они смогут использовать смарт-контракты на блокчейн, чтобы капитализировать любые материальные и нематериальные активы в токены и свободно торговать без вмешательства какого-либо посредника. EdenChain полагает, что с применением программированной экономики транзакционные издержки могут быть снижены, прибыль, получаемая среди членов сообщества, и новый рынок за счет капитализации иностранных и отечественных товаров. Сегодня я хотел вас познакомить с командой EdenChain. Как мы видим из заголовка, что нам говорят, у EdenChain более 50 лет опыта работы. И сейчас я вам это легко докажу. Как мы видим, начнем, конечно же, мы с генерального директора и основателя Джеймс Ан. Имеет степень магистра программного обеспечения в Корейском университете. Обладает 20-летним опытом в области информационных технологий, работал техническим директором в Kubernetes Inc. в Японии, а затем в качестве представителя MHR и Deep Numbers. Более подробную информацию вы можете найти, нажав на вот эти вот развертывания ответа. Тут очень много информации о каждом из компании. Также у каждого есть соцсети. LinkedIn называется эта соцсеть, которая представлена. Также можете зайти, посетить и узнать больше о том или ином человеке, которому вам хотелось узнать. Далее рассмотрим Дженни Рио. Она является также бакалавром и магистром в университетах Кореи и университете Дунгука, соответственно, имеет 10-летний опыт работы в области информационных технологий. Она провела аналитическое исследование клиентов для анализа и программирования моделей поведения пользователей путем анализа журналов веб-пользователей Национального агентства по продвижению IT-индустрии. Как мы видим, мы рассмотрели только двоих, а у нас уже 30 лет опыта. Далее Хьюн Ким. Хьюн Ким окончил Корейский университет и имеет 18-летний опыт работы в области информационной технологии. И вот мы взяли троих человек и уже 48 лет. Далее нам представлен Брайан Парк, который окончил университет Ханьянг и имеет 15-летний опыт работы в области информационных технологий. Далее Конга Ким уже 10 лет работает на финансовом рынке в качестве трейдера, дериватива, аналитика и портфельного менеджера в авторитетных глобальных инвестиционных фирмах. HJ Moon построил свою карьеру в качестве аналитика в ведущих мировых инвестиционных фирмах, таких как Goldman Sachs и Burgess, охватывающих крупные отрасли и компании в Корее.
И я вам представил всего 6 участников, и уже набирается намного больше 50 лет опыта. Как вы поняли, команда действительно очень опытная. Я не буду представлять оставшихся. Если вам интересно, я вам показал, где взять эту информацию. Она вся есть на сайте. Просто переходим по ссылкам в описании на сайт и изучаем, знакомимся с командой. Как видите, у каждого есть очень подробное описание. Далее нам представлены советники или эксперты. У них все то же самое, у них также есть подробная информация. Как видите, у некоторых даже более подробно. Также можно зайти каждому в социальные сети и узнать больше о человеке. На этом я завершаю свой видеообзор по команде. Как вы видите, видео уже заняло 6 минут, а я вам рассказал только о нескольких, поэтому не буду затягивать и рассказывать вам обо всех. Просто проходим по ссылкам в описании, добавляемся и регистрируемся. Я же с вами на этом прощаюсь. Всего доброго, до новых встреч.